Тере, тере, всем огромный привет, Мираба из Турции, из города Мерсин. Давно не выходили своими влогами. 13 декабря, среда, солнышко светит, мы решили покататься на велосипедах. Вот Кристин велосипед стоит, мой идет. Велосипеда детей внизу. Но, увы, сразу мне не удастся поехать, потому что... Мне тоже. Шины спустились. А у тебя тоже, что ли, спустились? Ты мне сказал. Нет, у тебя нормально. Точно? Да. Почему ты мне еще раз сказал? Нет, нет, это у моего велосипеда и у детей, да, спустились. Ну, я сразу сказала, я внизу не хочу хранить велосипеды. Мне нравится, когда они на этаже стоят. Ну, зимний период, скорее всего, надо в подъезде сегодня держать. Сегодня еще поднимем наверх. Да, да. Сейчас тогда пешком прогуляемся до мастерской. Ну, сегодня уборка. Подъезды убирают. Надо спустить ниже. Но мне надо наверх подняться, потому что ключ наверху. Ключ наверху. Давайте поднимемся. У нас были дождливые дни. На выходных дождик шел. Как-то погода не радовала. Вчера тоже было облачно, но местами солнышко. И вот мы ездили вчера по делам. Попали под дождик. Ну, слава богу, был мелкий дождик. А несколько дней назад мы прям под проливной дождь попали. Сильно-сильно. Мы были на мопеде. Все промокли насквозь. Но на улице, тем не менее, каждый день плюс 18, плюс 19. На выходных обещают плюс 21. Ну, посмотрим, будет ли так. Плюс 21 это совсем хорошо. Для... Мерсина, это непривычно, что вот такие дожди идут. Ну, может, сейчас пройдут. Так, что-то не могу ключ найти. Хотя для природы это хорошо. Это хорошо, что дожди идут. Так, о, белочка, подожди, подожди, не выходи. Вот этот ключ тут у нас. Когда велосипеды покупали в Декатлоне, я сразу взял ключ для регулировки сидень. А вот Кристин велосипед стоит. Вроде резины там нормально, не спустились. Сейчас отрегулируем сиденье. А мы даже мастерскую отрегулируем. Ира, ты, наверное, пешочком пойдет вместе со мной. Как у вас дела? Надеюсь, все хорошо. Уже 13 декабря. Чуть-чуть осталось. Буквально чуть-чуть. И конец года. Посмотрим, как в Турции проводят старый Новый год и встречают Новый год. Интересно, как турки празднуют. Оп. Не прямо ясное небо. Мы в этой мастерской отрегулируем тебя? Или тут? Нет, ты же вместе со мной пешком пойдешь? Нет, я буду медленно ехать. Будешь... Давай, ну давай тогда держи камеру. Я... Давай. Смотри, у тебя мама-то любит. Ну да. Как я соскучилась по велосипеду. Мы очень давно не занимались. Да. Как мопед купили? Все. Да. Я думаю, вот эта высота нормально будет. Я сейчас стою в Инстаграме, то же самое говорю. Боже мой, как давно. Вот с момента, как купили мотороллер в начале октября. А вот машину купим, так вообще забудем. Мопед пылиться будет, да, да. Так всегда. Да, да. Тогда нужно будет себя возить в спортзал, чего мы, естественно, Мариус, делать не будем. Не будем, скорее всего, хотя у нас тут на каждом углу.
имеется спортзал. Ну да. Так, а, идем тогда? Готово, да? Давай. Давай возьмем. Угу. Мой велосипед. А ты проверь, нормальная высота? Проверь на всякий случай. Ну? Да, вот, да, сейчас. О, я разучилась кататься. Еще ниже? Да. Мираба. Давай. Ну да, получается так. Так, держи так. Телефон. Держи. Давай. Не знаю, я не люблю, когда так низко. Я не люблю, когда так высоко, тогда руль не слушается. Ну, это уже не высоко. Ну так, что ли? Ну да, наверное, так. Красота. Какое небо сегодня чистое. Небо сегодня ясное. Мараба. Мы уже виделись раз. Какой дежурный у нас. Ой, что-то камера неровно. Стоянка для велосипедов у нас неудачно. Но летом-то вот когда дождей нету, нормально. А так получается, видите, тут нету навеса для велосипеда, они все промокают. Надо почистить. У Софии пусто. У меня пусто. И у Дани тоже все три велосипеда. Но мы сегодня мой сделаем. Потом возьмем... Наверное, Данин или София, сразу вдвоем с Ирой сходим и приведем порядок. Тогда поднимем уже наверх. Поднимем уже наверх. Так. Вот тут зацепилось. Ну, тут бутылки воды, причем открытая. Так. Неудобная стоянка, вот неудобно. Так, теперь сумка у меня тут мешает. Ой. Через плечо повешу. Так, это надо выкинуть. Будет. Ладно. Так, теперь Софин велосипед. Ну. Переднее колесо, что у нас? Ну, переднее нормально. Ну, так пешочком пойдем. У меня получается только заднее колесо. Но переднее тоже надо подкачать. У тебя? Ну да. А у меня все нормально, точно? Ну, подкачаем там тоже. Да и переднее тоже. Сделаем, сделаем. Мне даже, кстати, жарко, я накинула, но не. У меня тоже что-то в курточке. Жарко, жарко. Жарко. Плюс 20. Нет, ну показывает плюс 18. Вот, плюс 20. Сегодня? Ну, часа в 2, наверное. Угу. Это мы привыкли к жаре. Сейчас, подожди, я ворота открою. Мы привыкли к жаре, поэтому плюс 19, плюс 20, для нас уже прохладно.
Что, не вписывайся в ворота? Так, теперь аккуратно, смотри, тут автобусы, машины. Неудобно ехать. Ну, конечно, все. Если идем пешком, значит пешком. Солидарность. Нам недалеко, вот где пятничный рынок, там буквально метров, наверное, 400 еще надо пройти. На улице, да, свежо. Все-таки. Поехала. Вот тут буфет Иншат сдается или продается. Вот можно в аренду взять или купить вот эти помещения. Интересно, что тут будет? Как ты думаешь, что тут откроют? Кто тут купит или? Чтобы открыли хорошее кафе с хорошим гостем. Да, вот если хорошее кафе, кофейню бы открыли, это было бы отлично. Вот тут стали дом строить за нашим застройщиком, то есть Санжар. Будет впритык. Но это задняя часть этого дома, то есть Санжар. Там только спальни будут, поэтому ничего страшного, там окна маленькие. Тут будет тоже высокий дом, значит. Быстро строят, чего не скажешь. Ню. Тут красивая территория сделана. Бассейн готов, беседка. Вот мы в прошлый раз, когда с вами гуляли, не везде вот такие открытые заборы и не видно вот внутренняя территория. А так вот практически во всех комплексах имеется внутренний двор с бассейном, с беседкой. Там детская площадка. По-моему, небольшая волейбольная площадка сзади сделана. Сейчас входную эту делают. Вход. Ворота. Осталось им чуть-чуть тут вот эта часть парковки сделать, и все готово будет. Нам потом вот сюда надо этот хозяйственный магазин зайти, посмотреть швабры. У нас швабра сломалась. Вот открыли табачное, кальянное. А тут вот будет мясо. Сыры. Такая лавочка. Натурал гурме. Вот. Детский магазин у нас уже все лето открыто было. И вот смотрите, через дорогу начали тоже большое строительство. Там будет два блока больших. Два больших блока. Бозиел Иншат. Мерседес летит. Это вся улица изменится. Там подряд тоже идут новые стройки. И Фетеншат строит. Тут сейчас готовят фундамент. Нет, прямо пройдем. Прямо, прямо.
такой проект. Красивый комплекс будет. Сейчас я приближу вам, покажу. Может, кто-то из наших зрителей купил. Большой комплекс. Заман Эблери. Тут квартира 3+1. Тут красивые делают. Как это, Ира, называется? Входная группа? Да. Красиво они делают. Есть вот место для охранника. Входная группа, и там, когда подъезд начинается. Не, ну вот это как называется? Сооружение. Ворота? Ну, ворота. Давайте так назовем. Ворота. И вот еще коммерческие помещения. Не проданы, не сданы. Со временем тоже будут кафешки, магазинчики, парикмахерские. Парикмахерские популярны. В Турции на каждом углу аптеки, парикмахерские. А вот там открыли маникюрный салон. Где? Где? А, там впереди. Да. А вот впереди уже море. Вот где вот эти небольшие дома, за ними уже море. Ну, как вкусно пахнет медом, вот от этих деревьев идет. Тут все коммерческие помещения заняты. Здесь и лазерная эпиляция, и ламинация, ламинирование волос. Короче, это салон красоты. Озоновая терапия. Вот это Мирайсу. Тур... Да. Мирайсу. Турчанки любят эту озоновую терапию. Бьюти. Так, нам надо дорогу перейти. Вкусные лепешки гюзлиме. Ир, может, чай выпьем тут? А то я что-то устал. Ставим тут. К вечеру будешь и починим, да? Да, к вечеру дойдем. Весь сейчас тротуар заняли. Хочу с картошкой, если есть. Конечно. А, ты гузлиме хочешь? Я думал, просто чай выпить. Ну, можем взять. Мираба? 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 А, тогда мы будем, наверное, сегодня. Ну возьми, что есть. Только что хлеб, если а хлеб, есть. Хлеб неохота. Ага. А это чай? 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 Ага, и китана. Ага. Биюк. Ага, большой возьму. В ремонте, наверное, у них это печка. Оп. Печка в ремонте. Нет, они могли только открыться. Почему в ремонте? Нет, открыть. Там нету вот этой печки. Зато можно свежий хлеб купить. Мы с Настей так и делали. Мы с Настей покупали хлеб и на двоих его тут съедали с чаем. Перед просто, морем. Просто хлеб, голый хлеб. Он такой вкусный. Ну когда свежий, тепленький, он да, воздушный. Да. Ты так хорошо сидишь, дай покажу. Давай. Под деревом. Да. Татуя.
Очень даже пахнет так. По елочному, по праздничному. Очки взять. Ну, прекрасно. Тещики берем. Пьем чай, пойдем дальше. Тут мы как в парке сидим. Точно, точно. Ну давай, по чаечку. Как истинные турки. Нам только не хватает игры. Как она называется? Кристи умеет играть в нее. Нарды. Нарды. Выпили чай, пойдем дальше. Красиво азан звучит. Это мечеть за пятничным рынком впереди. Да, тепло. Сегодня прямо тепло, хорошо. Такая погода, как в Эстонии в июне. Что-то копают в этом в парке. Делают что-то. Вот есть что-то мистическое в азане. Прямо связь с космосом, когда слышишь. Ира у нас в Барби. В розовом. А мне нравится этот цвет. На Барби, кстати, не смотрела. Да, вот мы с Ирой договорились, что будем каждый день стараться на велосипедах кататься. То мы разленились. Впереди пятничный рынок. Постараемся послезавтра прийти на рынок. Давно мы не заходили к жениху Кристи. Ира, может, к жениху Кристи зайдем? Нет. Кофе выпьем? Есть хочу. Ну так там и поешь, он же всегда предлагает покушать. Я знаю, но не надо. Это он имеет в виду, что он что-то закажет куда-то. На обратном пути? Посмотрим.
Сондра. Кристи бы не отказалась. Кристи бы, конечно, не отказалась. Последняя новость. Буквально на днях Кристи купила билеты, авиабилеты в Турцию. Так что прилетит. Ну вот смотрите, тут старый комплекс. Вот в старых комплексах мало где есть бассейны, но зато есть дворик, беседка, небольшая детская площадка. Вот летом хорошо, тут тень имеется, можно вот так сидеть, отдыхать. Хорошо. Ну, тут кошки гуляют. Вообще, давайте я выброшу это в помойку. Оп! Кушает что-то, кушает. Мяу-мяу-мяу. Дети уже идут из школы. Время у нас без 15 час. В государственных школах уроки вот как раз где-то до часу, до двух. Вот в этом маркете тоже продают свежую булку. Я вот видел тоже тут люди вот из этого комплекса прямо через этот забор покупают. Они кричат продавцу, он несет прямо к забору. Удобная система. Даже люди не выходят из своей территории. Ну, вот этим домам, я думаю, лет 30 наверняка есть. Уютные дворики, пальмы, зелень. Что-то у меня телефон стал темнеть, по-моему, экран. Сейчас зафиксировал яркость. Так, Ира что-то отстает. Отстаешь. Музыку слушаешь? У меня музыка. Музыка. Чего? Ничего. Я встала в безопасное место. Ну, это чуть-чуть осталось пройти. Тут кто-то переезжает. Такие подъемники удобные. Весь мебель вот так можно. Удобная система. Переходим дорогу. Вот там, видите, прямо море, кусочек виден. Мы с вами вдоль моря идем так. Красивые пальмы. Сегодня у нас с вами экспромт прогулка получается. Метров 100 еще, да? Где-то так, да, 100 метров, наверное, осталось. Мы с вами сейчас пройдем мимо государственной школы.
вам сниму, как вот они выглядят. У детей все хорошо в школе. Да, им нравится. Им нравится. Слава Богу. Нам сегодня нужно купить 1 килограмм мандаринов. А, на завтра Софи в школу надо килограмм мандаринов. У школы какая-то программа по обмену продуктами. В этом году обмениваемся продуктами с Ризе. Это на Черном море. Курорт, по-моему, на Черном море. Вот. В общем, наша школа пересылает им, а не нам. Вот интересно, что нам пришло. Это лимон там цветет на дереве. Это смесь, я так понимаю. Смесь, по-моему, да, тоже. Вот впереди школа. Государственная. Это, по-моему, начальная школа. Большая территория. Мастерская велосипеда, вот там прямо в ту сторону, если сейчас пойдем, буквально за углом. Перемена сейчас. Здание не новое, но аккуратно приведено в порядок. Много зелени. Вчера вечером искал информацию насчет метро строительства в Мерсине. Пишут, что делают, а когда будет открытие, вот я не нашел эту информацию. Вот такие школьные микроавтобусы. У нас дети тоже имеют трансфер. За ними приезжают и привозят. Ну, как удобно. Прямо около школы. Вот и Барби. И считаю, Барби, ты да. Купить. Тебе что-то? Такую вот мне брелочек, пожалуйста. Вот, покажи, видишь, Барби? Да-да-да, сейчас я приближу. Все такое розовенькое. А пойдем вот так прямо, в ту сторону, что нам туда надо идти. Так, идем отсюда. Тут парк такой красивый. В нашем квартале, я тоже думаю, вот есть несколько площадок, где в дальнейшем, скорее всего, откроют парк. Большая территория в школе. Охранник сейчас так с детками, с каждым мило переговорил. Сколько у вас учителя получают? Начальных классов, например. Ну, среднюю зарплату всяко получают. Вот и там уже прямо у нас мастерская. В городе везде имеются вот такие небольшие домики для кошек. И вот сюда им сыпят корм. Да, есть маленькие домики, есть прямо крупные. Так что не переживайте, везде кормят кошек. И собак тоже мы видели, что кормят. Тоже есть домики с мисками, с такими, ну, с крышей. И внизу, под навесом, да, стоят миски с кормом, с водой. Вот дошли до мастерской. Сейчас нам сделают. Мы летом один раз уже приходили сюда. Мираба. Мираба. Угу.
Причем последний раз, когда мы тут были, чинили колесо, даже деньги не захотели взять. Ира вот так к портному ходит. Я есть, ну, пихаю деньги все. Прямо отдает. Насильно, насильно. Да. Я просто говорю, что про себя думаю. Хорошо, а если 10 таких Ир придет в день, что оно заработает? Ну да, за свой труд надо брать деньги. Правильно. Под деревом. На всякий случай проверят, есть там дырочка или нет. Но, по-моему, не должно быть. Это просто из-за того, что велосипед долго стоял на улице и перепадка температуры. Вот, я думаю, из-за этого резина спустилась. Сейчас посмотрим, а мало ли, может, и есть дырочка. Вроде нет, не нашел. Еще раз проверяет. Нету дырки. Сейчас тогда подкачаем твои колеса. Да. Не, надо, надо. Руль плохо управляется. Ну, все готово. За работу взяли 50 лир, это получается меньше 2 евро. Приехали на набережную. Как классно на велосипеде. Люди сидят, гуляют, отдыхают. Идеальная погода для прогулки на велосипеде.
Приехали домой. Заходим. Ножки соскучились. Время 4 часа. Минут через 20-30 дети приедут из школы. Девочки. Ну, сюсюшки. Встречаем. Да. Всегда девочки встречают. Тем более пашет, работает. Девочки любимые, да. Зашли в нашу лавку овощную. Тут на D400 трассе, который находится. Поли, что ты не мяукаешь? Так вот камеру включи. Да, вот как камеру включаю, сразу молчат. Побежала. Ой, тут на кухне прямо жарко, солнцем нагрело. Бананы. Мандарины. Софии в школу надо завтра. Печенье. Геркулес. Колбаса. Яблоки. Ну вот. У вас все есть. А, нет, сухой корм надо будет завтра купить. У вас сейчас только гурме осталось. Гурме. Ну, красотки. Ну что, на этом мы заканчиваем сегодняшний влог. Спасибо, что вы смотрите. Скоро порадуем с новым влогом, да, кисюськи? Кисюськи наши. Всем хорошего настроения и до новых встреч. Пока-пока.